Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как не стать невыездным за долги по налогам, где можно узнать свою задолженность и быстро ее оплатить? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела урегулирования задолженности управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Татьяна Попухина. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Добрый день. Ну, давайте начнем с азбуки для налогоплательщиков. Когда в этом году нужно заплатить или уже надо было заплатить налоги? В 2016 году установлен единый срок уплаты имущественных налогов. Это 1 декабря 2016 года. То есть, собственно, эта дата уже наступила, и все те, кто не уплатил до этой даты налог, стали автоматически должниками по налогам. Скажите, а пени сегодня есть в налоговой? Насчитывается вот должник и уже какие-то пени или нет? Да, конечно, пени есть. Начисление пени предусмотрено законом, это 75-я статья Налогового кодекса. Пени начисляются со следующего дня, то есть они начали считаться со 2 декабря и по день фактической уплаты налога. То есть нужно идти, торопиться и платить налоги, пока еще не набежали большие суммы, да? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, если уведомление на уплату налогов не пришло, никакого, и гражданин может себя оправдать. Вот меня не предупредили, мне сумму не указали. И почему мне еще пени будут насчитывать, если я не уплатил вот до такого-то числа? Ну, для пояснения я хочу немножечко рассказать о порядке направления налоговых уведомлений. Налоговые уведомления мы рассылаем за месяц, заканчивается рассылка налоговых уведомлений за месяц до наступления срока уплаты налога. То есть в этом году до 1 ноября они все были разосланы. Рассылаются налоговые уведомления по почте, заказными письмами. Письма приходят из города Нижний Новгород, потому что у нас уже не первый год идет централизованная рассылка. Этим занимается федеральное казенное учреждение «Налог-сервис», город Нижний Новгород. Поэтому, когда вам в почтовый ящик приходит почтовое извещение о том, что на почту поступило для вас заказное письмо, не стоит игнорировать этот документ. Необходимо все-таки пойти на почту и получить письмо из налоговой инспекции. Потому что не получение налогового уведомления не освобождает от той тяжести, от бремени ответственности, которая наступает за неуплату налогов. По закону у нас налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 дней рабочих с даты отправки заказного письма. Понятно. А может, есть ли какая-то альтернатива и другие способы узнать о том, что у тебя такая-то сумма налогов и нужно ее оплачивать? Да. Конечно, есть альтернатива. У нас сейчас век электронных сервисов. И с этой целью на сайте Федеральной налоговой службы реализован такой проект, как личный кабинет налогоплательщика физического лица. Я бы рекомендовала каждому гражданину подключиться к этому сервису, потому что, имея свой персональный пароль, можно в любое время ознакомиться с той суммой налогов, которая была начислена налоговой инспекцией, узнать, есть или нет какие-либо долги по налогам. Мало того, можно увидеть, за какие объекты имущества начислен налог, исходя из каких размеров кадастровой стоимости или мощности автомобиля в лошадиных силах, то есть получить самую исчерпывающую информацию. Да. Кроме того, личный кабинет позволяет иметь обратную связь с налоговым органом, то есть можно, не выходя из дома, направлять в налоговую инспекцию любого рода запросы, обращения, заявления и так далее. Но для этого необходимо заручиться усиленной, неквалифицированной электронно-цифровой подписью, которую также можно совершенно бесплатно у нас на сайте оформить, на сайте Федеральной налоговой службы. Но прийти один раз нужно все-таки в налоговую, да, для того, чтобы вот какой-то код там получить и что-то такое вот обязательно. Необходимо один раз прийти. Это не просто так вот сижу в интернете и зарегистрировался, а нужно прийти. Все правильно. Необходимо один раз прийти в налоговую инспекцию, причем это может быть любая налоговая инспекция, независимо от места жительства. С собой необходимо иметь паспорт, то есть удостоверяющий вашу личность документ, и сведения о вашем ИНН. И налоговая инспекция выдаст соответствующую карту подключения, выдаст временный пароль. Дома за своим компьютером в течение месяца гражданин меняет временный пароль на постоянный и с успехом в дальнейшем пользуется личным кабинетом налогоплательщика физического лица. Да, и вот еще важно, я просто знаю это уже информацию,
что если ты уже зарегистрирован в личном кабинете, то по почте вот эти уведомления приходить не будут. Вот это тоже важное замечание, потому что можно проигнорировать и тут, и потом окажешься в такой нелепой ситуации, что не заплатил, хотя ты и пользователь личного кабинета. Да, это действительно так. То есть всем, кто зарегистрировался в личном кабинете, налоговые уведомления по почте не направляются. Они выгружаются в электронном виде в личный кабинет. То есть там точно так же можно посмотреть налоговые уведомления, распечатать квитанции, которые к нему приложены, либо, не распечатывая квитанции, сразу посредством личного кабинета оплатить налоги. Да, это действительно очень удобно. Я как пользователь уже личного кабинета заплатила вот земельный налог, и мне буквально на следующий день пришло, значит, уведомление в личный кабинет, что вот эта сумма переведена, зачислена, и она уже вот налог оплачена. Это действительно очень удобно, чтобы не сомневаться, дошло, не дошло, оплачено, не оплачено. И о грустном немного. Все-таки, если есть неплательщики, чем это грозит? Вот при том многообразии форм оплаты и возможностей, есть люди, которые не платят налоги, и что им грозит? Ну, к сожалению, такие люди действительно есть. Либо в силу непонимания, незнания закона, непонимания своей конституционной обязанности, а это у нас 57-я статья Конституции, что каждый гражданин России обязан платить законно установленные налоги и сборы. Есть у нас такая категория граждан, которая не уплачивает налоги. Конечно, законодательно у нас установлен определенный порядок принудительного исполнения обязанностей по уплате налогов. В первую очередь гражданину-неплательщику мы направляем требования об уплате налога. А требование — это такой документ, который направляется по почте заказным письмом с уведомлением. Также он направляется из Нижнего Новгорода через ФКУ «Налог-сервис», а пользователям личного кабинета требование также выгружается в личный кабинет. В требовании гражданин уже не увидит, за какие объекты имущества ему начислен налог. В требовании он увидит только сумму долга, увидит, какой был срок уплаты этой суммы долга и, соответственно, сумму пени, которая насчитана уже на момент направления требования. Для исполнения требования законодательно также установлен срок. Это 8 рабочих дней с даты получения требования. И вот после наступления этой даты, если и в течение этого периода времени гражданин не уплатил налог, наступает черед обращения налоговых органов в суд. Потому что взыскание с граждан у нас осуществляется через суд в судебном порядке. Да. Всего 8 дней. И 8 дней только вот за 8 дней нужно оплатить. 8 дней – это если мы вручаем лично, то есть законом предусмотрена возможность вот, как бы этот срок увеличить. А если требование вручается лично гражданину, да, либо направляется по электронным каналам связи, то, конечно, 8 дней, потому что здесь момент получения, он достаточно короток. Если же мы направляем через Нижний Новгород, понятно, что здесь имеют такой временной промежуток прохождения этого документа, срок, конечно, исполнения более длительный, он составляет порядка 30 дней. То есть здесь все учитываются, все моменты, чтобы гражданин мог получить документ. А что такое принудительное взыскание? Звучит так-то страшновато. И особенно, когда судебные приставы включаются в эту работу. Вот как все это выглядит? Ну, это такая терминология, которая установлена законодательно. То есть процедура следующим образом обстоит. Сначала налоговая инспекция выходит в суд с заявлением о взыскании с гражданина неуплаченной суммы имущественного налога и суммы пени. В первую очередь мы выходим в суд в отношении должников, у которых сумма долга более 3000 рублей. У кого менее 3000 рублей, тут как бы в течение 3 лет мы имеем право, и гражданин будет находиться со своими долгами, то есть вот немножечко более длительный временной промежуток для взыскания. Затем, получив из суда исполнительный документ, это может быть либо судебный приказ, либо исполнительный лист, мы уже направляем его на исполнение в службу судебных приставов. Но и здесь у нас есть варианты. То есть, если сумма долга менее 25 тысяч рублей, нам, взыскателю, налоговому органу, дано право самостоятельно предъявить исполнительный документ к взысканию. Как правило, мы это делаем в отношении периодических платежей, которые выплачиваются должнику. Что такое периодические платежи? Это заработная плата, пенсия, стипендия. То есть до 25 тысяч рублей налоговая сама направляет, например, работодателю. И тогда зарплаты ежемесячно будут удерживаться суммы в размере 50% от ежемесячного дохода. Либо с карточки можно? Вот вы можете, у вас есть такие полномочия снимать с банковской карточки неплательщика вот эти суммы? Или нет?
С банковской карточки, ну, судебные приставы в первую очередь на банковские счета направляют взыскание. Но банковская карта, это действительно, это счет банковский, на который в первую очередь обращается. Если перечисляется зарплата, допустим, да, туда, работодатель перечисляет зарплату на банковскую карточку, и налоговая имеет право через суд снимать. Если мы направили работодателю, то работодатель перечислит на карточку уже не 100% размер заработной платы, а 50%, потому что остальные 50% он перечислит в бюджет в счет погашения долгов. Если же уже взыскание обращено к банковскому счету, ну, то есть к банковской карте, то здесь, да, с банковской карты может та сумма, которая на ней быть, причем в размере том, который указан в исполнительном документе. То есть если мы взыскиваем, там, ну, например, порядка 50 тысяч, да, через судебных приставов, и на банковской карте есть деньги в достаточной сумме, то они именно в этой сумме будут списаны. Понятно. Приближается время новогодних больших каникул и праздников, и, наверное, кто-то поедет за рубеж или в другие города путешествовать и отдыхать. Скажите, пожалуйста, неплательщикам что-то грозит вот в таких ситуациях, когда вот он придет в аэропорт с неоплаченными налогами, и что может быть? И как он это может исправить, и как быстро? Потому что понятно, что не хочется терять большие деньги, суммы, потраченные на путевку и так далее. В этом случае, да, вы правы, неплательщикам грозят некоторые неприятные моменты. Вся эта процедура установлена законом об исполнительном производстве, то есть в целях обеспечения исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав вправе наложить запрет об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Такие мероприятия проводятся в отношении должников, у которых сумма долга более 10 тысяч рублей. Мы, налоговая инспекция, когда направляем исполнительный документ судебному приставу, в обязательном порядке ходатайствуем о вынесении таких ограничений. То есть если сумма долга более 10 тысяч рублей. В этом случае, конечно, исправить ситуацию одномоментно, находясь в аэропорту, к сожалению, не получится. Да. Потому что имеет место тоже временной промежуток прохождения денежных средств. То есть даже если гражданин заплатит в банковском терминале, который находится в аэропорту, деньги не одномоментно дойдут до судебного пристава, и, соответственно, не может быть снято ограничение. Поэтому всем нашим гражданам, которые планируют провести новогодние каникулы где-то за пределами нашей Родины, я все-таки рекомендовала бы заблаговременно ознакомиться, есть или нет долги по налогам в налоговой инспекции, ну, либо в налоговой инспекции по месту жительства, либо, если кто-то у нас пользователь личного кабинета, там можно все это увидеть, либо на портале госуслуг тоже можно увидеть, есть ли долги по налогам. То есть масса сейчас источников информации для гражданина, и заблаговременно заплатить налоги. А давайте посмотрим, как это правильно сделать, посмотрим ролик налоговой службы, а потом продолжим разговор. Хотите узнать свою задолженность? Это очень просто. Зайдите на сайт налоговой службы в раздел «Физические лица». Перейдите по ссылке «Наличие задолженности или переплаты». Здесь имеется подробная справочная информация, а также ссылка на сервис «Я хочу узнать свою задолженность». Войдите в свой личный кабинет. Для этого введите ИНН и пароль. Система выдаст информацию о всех ваших задолженностях и пенях по ним. Здесь же вы можете их оплатить. Отметьте, какие задолженности вы хотите оплатить, и выберите удобный для вас способ оплаты. Для оплаты наличными, например, через Сберкассу на портале, можно сформировать платежные документы. Можно также оплатить безналичным переводом через банк. Портал Федеральной налоговой службы помогает решить все проблемы быстро и удобно. Скажите, пожалуйста, если человек очень долго, на протяжении нескольких лет не платит налоги, эта сумма не превышает даже 10 тысяч рублей, есть ли какие-то механизмы списания долгов? Или наоборот, очень большой долг, и уже очень много времени прошло, и уже этот долг списывается, или нет? Или долг, если есть, он останется навсегда? Ну, законодательно механизм списания долгов, конечно, предусмотрен. Но, к сожалению, это такой случай, как смерть гражданина, если, конечно, нет наследника. В противном случае все долги переходят на наследника соответствующего имущества.
Так что законодательно сроков давности по уплате налога у нас не установлено. То есть он будет, по сути, числиться пожизненно. Была у нас такого рода налоговая амнистия, потому что некоторые граждане и сейчас они вспоминают в своих обращениях. Был принят федеральный закон правительством, установлена возможность списания долга, который числился на 1 января 2009 года. Но это была такая единовременная процедура, то есть никакие другие долги гражданам не списывались, поэтому долг числится пожизненно. И мало того, даже окончание судебным приставом исполнительного производства по причине там, отсутствия у должника имущества в течение определенного срока не лишает нас возможности повторно предъявить исполнительный документ. То есть тоже есть сроки на повторное предъявление, если у должника появится какое-либо другое имущество, на которое можно обратить взыскание долгов по налогам. Да. А что-то меняется в законодательстве в отношении налогоплательщиков? Что-то нового появляется? Вот на что нам нужно обратить внимание, допустим, в следующем году? Потому что я даже знаю, вот по случаям в аэропорту тоже что-то, по-моему, обсуждается, что вот такие нелепые действительно ситуации, много жалоб. И... Да, по случаям в аэропорту я тоже слышала, идет обсуждение, и в СМИ это сейчас активно проговаривается вопрос, но пока касается... процедуры снятия ограничения. То есть хотят установить жесткий срок для снятия ограничений за пределы выезда. И, насколько я помню, это трехдневный срок. То есть в течение трех дней судебный пристав обязан снять ограничение выезда три дня с момента оплаты долга. Но, опять же, это не единовременно, не одномоментно, а три дня — это все-таки три дня. А вот. Потом еще что касается нового. Наверное, уже неоднократно об этом говорили мои коллеги вот аналогичных передачах, что если даже гражданин не получает налоговое уведомление с расчетом имущественного налога, а в то же время он является владельцем какого-либо имущества, потому что, по сути, каждый из нас является владельцем какого-либо имущества. Да? Квартира, гараж, дача, машина. Все это понятно каждому. Так вот, если он не получил уведомление из налоговой инспекции с расчетом налогов, если гражданин исправно посещает отделение связи и смотрит свой почтовый ящик, необходимо обратиться в налоговую инспекцию и заявить о том, что он имеет в собственности имущество, на которое ему почему-то не пришел расчет налога. Да. И потому что будет в этом случае? Потому что в этом это такое случае добровольное... установлен... А, в этом случае как бы гражданину начислят налог за последние три года, и он уплатит только сумму налога. В случае, если налоговая инспекция сама выявит такие обстоятельства, то предусмотрены определенные штрафные санкции. Вот. Потом еще важный момент, тоже очень многие граждане-пенсионеры обращаются с такими вопросами. У нас льготировалось налог на имущество для пенсионеров. С этого года у нас льгота пенсионерам предоставляется только по одному объекту имущества. То есть если пенсионер имеет в собственности дачу, квартиру, гараж, то тогда он может выбрать только один объект, который будет льготироваться, то есть на который не будут начисляться налоги. Это, вот, наверное, на мой взгляд, такие интересные моменты. А выбрать которые... может вот, ну, вычислить, рассчитать большую сумму, да, допустим, да, он больше платит за квартиру, да, и может выбрать именно, выбрать, отказаться от оплаты именно за квартиру. Да, это интересно. А если подводить итоги года, потому что мы уже подходим к завершению, что вот кажется вам важным в этом году произошло с точки зрения отношений налогоплательщиков, налоговой инспекции? Вот как все это движется? Вот ваше видение как специалиста, эксперта? Ну, мое видение, наверное, я вижу, что граждане стали более активно интересоваться вообще состоянием своих отношений с налоговой инспекцией. То есть, какие им начисляют налоги, начисляют или нет. То есть, появилась заинтересованность у граждан. И платят налоги гораздо более активно. То есть, я все-таки хотела бы сказать, что налоговая грамотность населения повышается. Конечно, остается часть граждан неплательщиков, как бы это, ну, наверное, неизбежный процесс, потому что все люди разные. У нас ведь и за коммунальные платежи не все вовремя платят, даже не пугает там возможность отключения каких-то коммунальных услуг. Ну, поэтому и налоги, к сожалению, не исключение. Но
я могу сказать, что поступления по налоговым платежам из года в год неуклонно растут. То есть бюджет наполняется все больше и больше поступлениями от налоговых платежей. Да, и, наверное, еще важно понимать, куда идут эти налоги, потому что вот нет такой вот связи, что вот я заплатил и точно вижу, что мои деньги пошли туда-то, туда-то. Вот сейчас в связи с реформой местного самоуправления налогами наполняются районные бюджеты. И естественно, что жизнь в самих районах, где мы живем непосредственно, будет за этот счет и улучшаться, да. И так становиться благоустроеннее и лучше. Скажите, пожалуйста, вот что идет в район, в бюджет района? Есть у вас такой бюджет, чтобы района, мы тоже понимали, да. Что если мы живем на этой территории, то наши деньги идут вот за счет каких это налогов и куда? Земельный налог и налог на имущество физических лиц. Если речь вести о транспортном налоге, это налог, который полностью зачисляется в доход регионального бюджета. То есть это налог, от которого напрямую зависит качество нашей дорожной инфраструктуры. А вот земельное имущество, соответственно, наполнение бюджетов местных. Да, это тоже важно, потому что понимать налогоплательщику, потому что тогда, может быть, действительно будет осознанная уже оплата налогов, не просто вот у меня деньги забирают, я за что-то там плачу, не пойму за что. Всю эту систему, упрощенную, опять же, в ролике, как записаться на прием, узнать о задолженности и так далее, тоже давайте посмотрим следующий ролик и потом продолжим разговор. Хотите узнать, где находится ваша налоговая инспекция? Эта и другая полезная информация имеется на сайте налог.ру. Пройдите по ссылке «Контакты и обращения. Адреса инспекций». Здесь вы найдете информацию о налоговых инспекциях вашего региона. Адреса, местоположение, контакты. Сможете записаться на прием, обратиться с вопросом или предложением. Если вы не знаете, в какой именно инспекции обслуживаетесь, то можете воспользоваться сервисом «Узнать информацию об инспекции по адресу вашей прописки». Сервис позволяет либо ввести код инспекции, либо найти ее по адресу. Оставляйте код инспекции пустым и нажимайте кнопку «Далее». Выберите свой регион, например, Калужская область. Теперь выберите район, например, Жуковский. И, наконец, выберите свой город. Если вы живете в городе федерального значения, Санкт-Петербурге или Москве, например, на улице Строителей, выберите в качестве региона свой город. Пропустите район, город, населенный пункт и начните вводить название улицы. Система поможет найти ее. На следующей странице вы увидите всю необходимую информацию об инспекции, платежные реквизиты, сведения об органах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы хотите посетить инспекцию в удобное время, запишитесь на сайте. Ознакомьтесь с подробной информацией и заполните контактную информацию о себе, выберите регион и инспекцию и вид услуги, укажите дату и время. Вы можете записаться на свободное время в течение 2 недель, начиная со следующего дня. Затем подтвердите свою заявку. Вы получите письмо с подробной инструкцией по электронной почте. Когда вы придете в инспекцию, введите код в терминал системы управления очередью или обратитесь к администратору зала. Мы ждем вас. В адрес нашей телекомпании приходят вопросы от телезрителей, которые касаются в частности и налогов. Вот что набралось, разрешите, я вам зачитаю. Наталья жалуется, что в личном кабинете не списываются задолженности. Она проплатила по системе онлайн, оплата как бы прошла, но уже больше месяца никаких данных не поступило. Вот если действительно такая ситуация, куда обращаться, что делать? Если вы видите такую ситуацию, то я рекомендую обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства со своим платежным документом. Ну, либо, если гражданин пользователь личного кабинета, опять же, через личный кабинет можно запрос отправить. Но, может быть, вопрос в следующем. Задолженность числится по одному налогу, а уплатила Наталья другой налог. Может быть, и такая ситуация. Либо в личном кабинете, ведь у нас там долги тоже сконцентрированы со всей Российской Федерации, то есть вот где у вас какие есть объекты по всей территории нашей страны, то все как бы вы и видите долги. Платили, быть может, вы в Самару, а долг у вас по налогу совершенно в другом регионе. Поэтому все-таки я рекомендовала бы обратиться в налоговую инспекцию, выверить эту ситуацию, потому что, конечно, просто так деньги не теряются. Я думаю, вот что можно найти, тем более нужно причина. Сохранять вот все эти квиточки, да, по оплате, да, обязательно. Да, да, да. Но когда вот речь идет о каких-то оплатах через вот карты и так далее, тут здесь вот сложнее, наверное, да, потому что нет вот на руках
такого чека или чего-то, ну, чек. документального. Насколько я знаю, там идет предложение выслать на почту, вот на да, и в личном кабинете фиксируется этот момент оплаты, поэтому я думаю, тут проблем, конечно, не составит. Игорь несколько лет платил за машину полностью, мне обещали пересчитать все это как пенсионеру, но не пересчитали. Вот здесь о чем речь? Ну, я так думаю, что Игорь ошибочно полагает, что, являясь пенсионером, он и, безусловно, является льготником по транспортному налогу. Конечно же, это неверно, да, это зависит от автомобиля, от его мощности в лошадиных силах. Я бы рекомендовала Игорю также обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации, то есть там, где ему начисляется транспортный налог. Если действительно у него такой автомобиль, который попадает под категорию льготных, ему могут пересчитать налог, и, соответственно, все те платежи, которые он совершил, ему вернут из налоговой инспекции на основании его заявления. Еще такой вопрос. В течение какого времени с меня могут взыскать долги по налогам? Ну, наверное, этот вопрос перекликается с той темой, о которой мы с вами уже говорили, что долги по налогам, они не списываются, не имеют сроков давности, и поэтому граждане ошибочно полагают, узнав, что у него долг там 5-летней давности, что мы уже будем его списывать. К сожалению, это не так. Да. И хотелось бы узнать о вашем взаимодействии со службой судебных приставов. Какие данные вы можете им предоставлять о гражданине? Насколько вот есть какие-то неприкасаемые данные, которые вообще нельзя передавать и так далее? Вот как выстраивается ваша совместная работа? Наша совместная работа со службой судебных приставов проходит в рамках совместного соглашения, которое заключено между службами как на федеральном уровне, так и у нас на региональном уровне есть аналогичное соглашение. Могу сказать, что в рамках исполнительного производства, по сути, нет никаких запретов на передачу информации о должнике. То есть с момента вынесения судебного решения сведения о долге, о гражданине становятся общедоступными. И мы передаем приставам, по сути, всю имеющуюся у нас информацию о должнике. То есть передаем информацию о его месте регистрации, где он зарегистрирован по месту жительства, информацию об объектах, принадлежащего ему имущества, поскольку должник может проживать не только по месту регистрации, но и там, где имеется в собственности какое-либо имущество, другая квартира, например. Вот. Передаем сведения о банковских счетах в банках, поскольку мы располагаем также этой информацией, сведения о доле в уставном капитале юридического лица, поскольку на эту долю также может судебный пристав обратить взыскание. То есть максимум всей имеющейся у нас информации, которая поможет судебному приставу, возможно, короткий срок взыскать долги по налогам. Да. И еще такой вопрос у меня. В такое время мы живем, что есть факты мошенничества с социальными службами и так далее. Вот со стороны налогов в вашей практике или где-то могут быть такие случаи, на что нужно бы обратить внимание, чтобы не поддаться на вот такой развод, если прямо говорить, вот, или нет, или все это в таком порядке, думаю, что нигде нет. Никаких вот... Потому что всего уже начинаешь бояться. Да, у нас как бы достаточно четкая и слаженная система, и те документы, которые приходят из налоговой, ну, во-первых, это не может быть просто бумага, брошенная в почтовый ящик, без конверта, без там опознавательных знаков, кто ее отправил. Это конверт, это документ, вложенный как бы, ну, в соответствующий почтовый конверт, и причем этот конверт вам не в почтовый ящик опускается, а вы получаете только извещение, идете на почту и с паспортом получаете документ. То есть у нас риски минимизированы. Риски минимизированы, потому что вся корреспонденция, то, что отправляется гражданам, вся уходит заказными письмами. Понятно. Ну и еще у вас остается минута буквально до конца эфира. Попрошу вас обратиться к налогоплательщикам с самыми важными какими-то, на ваш взгляд, предложениями, замечаниями и советами. Ну, мое, наверное, будет самое главное предложение всем налогоплательщикам, жителям Самарской области. Все-таки заблаговременно до наступления нового 2017 года обратиться в налоговые органы, зайти в свой личный кабинет налогоплательщика физического лица на интернет-сайте Федеральной налоговой службы и узнать, имеете ли вы долги по налогам.
и не идти в Новый год с долгами. Наверное, это хорошая традиция, что мы пытаемся все долги, которые у нас есть, перед Новым годом каким-то образом оплатить. Поэтому налоги не должны стать исключением в этом. Ну и хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, чтобы в новом году ни у кого не было таких проблем, которые влечет за собой неуплата налогов вот, в виде там общения с судебными приставами, да, невыезда, да, хороший, за границу, очень... в аэропорту и так далее. Пожелание. Спасибо вам за то, что пришли, поделились такой важной информацией. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.